Великие произведения искусства прошлого являются для нас неисчерпаемым источником радости и вдохновения. Поэтому мы слишком склонны признавать их творениями вневременного царства абсолютной красоты, не связанными с тревогами и заботами, с муками и стремлениями борющегося человека. Когда мы рассматриваем выдающиеся произведения художников нашей эпохи, то ясно понимаем, насколько глубокий раскол нашего времени, его страхи и катастрофы не только отразились в изобразительном искусстве конца XIX и XX века, но даже предвещали его. В другие столетия было так же. Искусство всегда было функцией человеческой жизни, быть может, самой всеобъемлющей и универсальной, наряду с теоретическим мышлением. Таким образом, оно является ключом к пониманию всеобщности жизни. С другой стороны, знание ведущих духовных и интеллектуальных движений эпохи помогает нам воспринимать ее художественные ценности и осветить смысл явлений, которые кажутся странными и смутными по причине их отдаленности от нас. Это особенно относится к эпохам, в которых новые созидательные и разрушительные силы зарождались так же, как и в наше время. Такой эпохой был XVI век. Его трещины и расколы, его созидательные конфликтующие между собой тенденции были не менее значимыми, чем в XX веке. Преобладание изобразительных искусств во впечатляющем развитии возрождения в Италии придает этому особому периоду единство, которого не было в Северной Европе. Нигде художественные идеи в такой степени не выдвигались на передний план, как в Италии. Общая же картина художественной жизни Германии и Нидерландов, Франции и Англии была в ту эпоху гораздо сложнее и проблематичнее. Термин «раннее нидерландское искусство» широко применяется художникам, творившим в течение 15-16 веков в северных европейских районах, контролируемых герцогами бургундскими, а затем династией Габсбургов. Эти художники стали ранней движущей силой северного возрождения, удалением от готического стиля. В этом политическом и арт-историческом контексте север следует за бургундскими землями, которые охватывали части современной Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов. Нидерландские художники были известны в разных терминах. Поздняя готика – это раннее обозначение, которое подчеркивает непрерывность с искусством Средневековья. В начале XX века художники по-разному упоминались на английском языке, как школа Гент-Брюгге или старая голландская школа. Фламандские примитивы – традиционный исторический термин, заимствованный из французских первобытных фламанд, который стал популярным после знаменитой выставки Брюгге 1902 году и остается в употреблении сегодня, особенно на голландском и немецком языках. В этом контексте примитивный не относится к воспринимаемому недостатку, а скорее идентифицирует художников как создателей новой традиции в живописи. Эрин Пановский предпочитал термин «новое искусство», который связывал с новаторским движением композиторов музыки, такими как Гайом Дюфаи и Жиль Пенхуа.